Президент поддержал идею главы Минцифры Максута Шадаева ввести в России цифровые паспорта. Чем быстрее, тем лучше. Такие удостоверения личности могут появиться у россиян уже в 2023 году, но вопреки прежним заявлениям властей, они не станут полноценным аналогом бумажному паспорту. Министр подчеркнул, что технология создания цифрового удостоверения уже существует, и она согласована с ФСБ России как безопасная и защищенная. Понадобится биометрический паспорт и специальное мобильное приложение. С его помощью нужно будет загрузить на смартфон фотографию паспорта. После этого будет сгенерирован QR-код, который можно будет предъявить для подтверждения личности. Считать этот QR-код со смартфона можно будет с помощью приложения госуслуги, узнав фамилию, имя, отчество и возраст человека.